Тезвона песня, чудный мой город, город Алтая. «291 год с момента основания. Не молодой, но и досторожил страны еще далеко. Барнаул, город над Обью, в эти выходные праздновал день рождения. Барнаульцы строили большие надежды на день города, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, его отменили. Не стоит ждать фейерверков и больших праздников. Но, тем не менее, на площадках города организованы различные мероприятия для наших горожан. И погода никого не испугала. Празднество началось в 10 утра во всех районах города. Цветы в день рождения дарили и городу, и горожанам. Выставка прекрасного ждала гостей в Центральном парке. Рядом цветными орнаментами завлекали к себе и представители национальных культур. Традиционный фестиваль расположился на 20 площадках. Русские, белорусы, украинцы, поляки, татары, грузины и другие народы. Предметы быта, литературы, ремесел и искусства. К примеру, эти куклы в национальном белорусском платье. Главный цвет – белый, символ чистоты. Представители народов проводили мастер-классы и пели. И даже помогали гостям выучить простые слова на иностранном. Как еще раз будет большое спасибо на польском? Большое спасибо. Дякуємо бардзо. Дякуємо бардзо. К слову, плохая погода не испугала даже наших гостей из Индии, студентов медуниверситета. Не очень много людей из-за погоды. А вы не боитесь плохой погоды? Нет, погода замечательная, но, наверное, люди боятся. А что насчет вас? Нет, я люблю такую погоду. Я здесь, в принципе, потому что погода прекрасная. Подкрепиться можно было на гастрофестивале, ну а согнать калории на спортивной площадке. Ветер, вот он вас не сдувает? Ну, мы артисты такие, прожженные, уже крепимся нормально. Нормально держимся, живем. Да, настроение отличное. И все же в этот день всех объединяло одно событие – день города Барнаула. Нашему городу дальнейшего процветания и дружбы народов. А я желаю побольше ярких мероприятий, которые сплочают людей. Чтобы мы жили дружно, поддерживали отношения и всегда собирались вот на таких вот праздниках, как сегодня. Это здорово – выйти, пообщаться, найти новых друзей. Я хочу, чтобы он рос, как на дрожжах. Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией празднование Дня города состоялось в сокращенном формате, без проведения массовых мероприятий и салюта. Еще одна отличительная особенность – продажу алкоголя никто не ограничивал. И тем не менее, никто никому не испортил праздник. День города барнаульцы по традиции встречали в центре, с семьей. Анастасия Болотина, Данил Захаров. День с толком.